Правительство Армении, это было приблизительно 1,5-2 месяца назад, получило официальное письмо из России. И не по линии Министерства иностранных дел. Эта информация, я знаю, что точная. Не по линии Министерства иностранных дел, а по каким-то другим каналам. Получила письмо, согласно которому предлагалось именно коридор создать, и Армения предлагается вот эту железную дорогу в Мехри, которую планируется восстановить, обязательно, чтобы она была бы одета в сетку. Ну, грубо говоря, буквально в смысле, я правильно сказал, в железную сетку. Так, это официальное письмо. Теперь я задаю вам вопрос. Кому сейчас верить? Кому верить мне сейчас? Официальному письму, которое получило наше правительство, а они думают, что до нас, экспертов, таким-то образом не доходит эта информация. Доходит, все доходит, потому что сейчас мир такой, что скрыть ничего невозможно. Причем подсетка, я понимаю, буквально. То есть нигде проходов не будет. Вот вся ваша железнодорожная линия, все эти 46 километров по территории Армении, вот это, она называлась всегда Мехринская железная дорога, она будет одета в сетку и будет контролировать ее Россия.